Добрый день! Приветствую вас сегодня на нашем канале снова. Сегодня мы поговорим о неоценимой пользе тыквенных семечек. Семена тыквы, вот видите, семечки из настоящей тыквы достали мы, они так делаются, еще с мякотью немного. То есть эту тыкву мы разрезали и сами достали семечки из тыквы. Данные семечки уже очищенные. То есть очищенные семечки, высушены просто, это покупные у нас. Но суть не в том, что польза неоценима, она в сухих, если они, конечно, не подвергались термической обработке, то есть так же самое неоценимо. А если вы такие вот семечки подсушите в духовке и будете употреблять, польза будет еще превыше, так как это семечки из тыквы выращены на своем огороде. Семена тыквы являются щедрым источником витаминов С, Е, А и К. Витамин Е, который является мощным антиоксидантом, представлен во всех формах, что делает тыквенные семечки идеальным продуктом для очищения организма, укрепления защитных сил. Семечки тыквы насыщены на тыквенным маслом. То есть, как бы, тыквенное масло, все, я думаю, что известно, что очень полезно, содержит большое количество цинка, необходимого для здоровья и красоты кожи, ногтей, волос, то есть незаменимо для женщин, в особенности, как косметическое средство употреблять нужно, то есть организм вас благодарить будет за это. Замечательные семечки вот эти, очень обогащены цинком большим, эффективно воздействуют для мужчин на половую систему, на работу половой системы мужчин, также женщин, в принципе, тоже как бы в большую пользу приносят. Здесь нормализует выработку половых гормонов, является профилактическим средством рака предстательной железы, а женщинам полезным, для, так как профилактирует рак шейки матки. Сочетание здесь также как бы по содержанию не только витаминов, цинка, фосфора много содержится, семена тыквы. Как бы даже я бы сказал, что рекордсмены они по содержанию фосфора, семена тыквы, так как в 100 граммах продукта содержится, ну, там, в полторы суточной нормы фосфора, то есть даже 100 грамм в сутки, то есть это будет слишком большое количество для употребления, то есть фосфора будет там достаточно. То есть как бы магний, тоже в принципе фосфор, магний, цинк, то есть марганца, то есть эти семена очень обогащены помимо витаминов, то есть минеральными веществами. Также, как бы, если разговаривать о древности, то есть пользы тыквенных семечек, очищающими средства, то есть от паразитов, то есть каждая мама, я думаю, бабушка, если их спросите, знает, что если употреблять семечки тыквы постоянно, вот в таком зеленом виде, то есть они паразиты в организме, то есть, то бишь глисты, то есть они не очень не любят вообще, как бы, и начинают покидать организм. То есть это известно. То есть многие специалисты даже проводили как бы исследования, это все было наяву, то есть это наши мамы, бабушки знают об этом и употребляют данное средство. То есть если глисты, паразиты в желудочно-кишечном тракте, то есть употребляйте тыквенные семечки, и ваш организм будет чист. При низком иммунитете также очень полезны тыквенные семечки, благодаря, то есть, повышенному содержанию цинка, наличию витаминов Е и С. То есть они серьезно укрепляют иммунитет, снижается восприимчивость к инфекционным заболеваниям при систематическом употреблении тыквенных семечек. То есть много как бы пользы от тыквенных семечек для нашего организма. То есть даже при беременности, если вот кто-то смотрит у нас, либо планирует забеременеть, либо беременный, то есть при токсикозе, при беременности более половины женщин страдает данным недугом, токсикоз, то есть, и как бы средства от токсикоза, то есть масса. Но тыквенные семечки, помимо устранения рвоты и тошноты, еще снабжают организм полезными кислотами и жирами.
не говоря о витаминах и микроэлементах. То есть помимо там уже каких-то лекарств и химических средств, то есть кушайте тыквенные семечки. И токсикоз, рвота, тошнота будут проходить, так как организм очищается, обогащается жирными кислотами, жирами, кислотами полезными, в общем, витаминами и минералами. Пищеварительная система, то есть очень благоприятно реагирует на тыквенные семечки. Даже, как бы вам сказать, тыквенные семечки, если взять, допустим, да, прописывают вам витамин В, также витамин В присутствует в данных семечках, витамин Т, то есть при нервозах, стрессах, то есть тыквенные семечки полинасыщены жирными кислотами омега-3, которые укрепляют нервную систему, состоят на страже нашего организма от неврозов, то есть нервных расстройств, других депрессий, то есть как бы очень полезно, то есть при бурной деятельности, то есть бурный ритм жизни, когда у вас работа, 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 то есть употребляйте, в дороге даже можно с собой возить, такие семечки употреблять, то есть в пробках вы будете более спокойны. Вот такие вот полезные свойства тыквенных семечек, неоценимая их польза для нашего организма. Как бы даже если серьезные, допустим, какие-то заболевания можно сделать, как вам сказать, там, лекарственное средство вот, при ожогах. Я думаю, что у мамы, бабушки тоже, возможно, даже этот рецепт знают. Делается при ожогах, когда обожгли руку, либо какое-то место. То есть делается кашица, измельчается, прям с водичкой кашица делается тыквенных семечек, кажется, и прикладывается к месту ожогу на рану. То есть и оставляется на несколько часов, как делается компрессик. То есть и боль уходит, снимается, жжение уходит, то есть и способствует более быстрому заживлению, благодаря, то есть, опять же, как мы объясним, большому количеству полезных кислот и жиров, то есть витаминов и минеральных веществ. Так что вот, пользуйтесь нашими полезными советами, подписывайтесь на наш канал. Любви вам и добра. До новых встреч.